Заявления армянской стороны о статусе Нагорно-Карабахского региона Азербайджана не обоснованы. Баку в очередной раз напоминает официальным лицам Армении, что президент Ильхам Алиев отправил вопрос статуса на свалку истории, говорится в заявлении МИД страны. Кроме того, незаконные визиты официальных лиц Армении на территории Азербайджана недопустимы. Если министр иностранных дел Армении снова посетит Азербайджан без разрешения официального Баку, это может дорого обойтись армянской стороне. Любое лицо, любой армянский гражданин, будь то министр иностранных дел или кто-то еще, который попадает на территорию Нагорного Карабаха, находится там незаконно. И в этом плане я должен отметить, что нужно повысить ответственность миротворцев для того, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем. Вопрос заключается в том, что без разрешения компетентных органов Азербайджанской Республики ни один иностранный гражданин не может попадать на территорию нашей страны. И это очень важный и ключевой компонент.